A serviceman of the Russian army who serves under a contract has expressed his displeasure with what is happening in the army in a video appeal. The soldier, who said that he served in the 30th Elite Governor's Regiment and was informed when signing the contract that he would participate in the defense of Belgorod region, later said that he was sent to the front line. In the document, the soldier who said that they were in Belgorod said that some of the fighters of the regiment died in the battles for the city of Volchinsk, Kharkov region, and the other part was sent to the battles in Kursk. The soldier said that he applied to the Russian presidential administration and the Moscow city prosecutor's office for the illegal activities. The soldier notes that in his reply he was told that an investigation was conducted. He says that he received a salary of only 34,000 rubles for 4 months of service, he spent part of this money on his needs in the army, and his family lives in debt. The soldier, who said that he will continue his service, said that he is waiting for real results, not promises. В Балашихе мне сказали, что мы подписываем контракт на СВО. Не просто как контрактники, которые сидят в Москве и каждый вечер могут вернуться к своей семье, попить кофе, посидеть на диване. А мы СВО. Мы живем в грязи, в болоте. Иногда не доедаем, не досыпаем, потому что работаем работу. Но тут получилось так, что мы четвертый месяц уже получаем по 34 тысячи. Как вы думаете, может ли семья прожить на такие деньги, с учетом того, что еще некоторые финансовые средства нам нужны и здесь? Купить салфетки, сигареты, кофе, чай, сахар, потому что мы это все приобретаем сами, нам никто ничего не дает. И вот возникает вопрос, а какого мы получаем по 34 тысячи, если мы СВОшники? С какого хрена наш полк, 30-й губернаторский, блядь, элитный полк, который собирал Воробьев, который должен был стоять, и по бумагам он проходит, как оборона и охрана Белгорода, а у нас полполка уже полегло в Волчанске, и сейчас нас перебросили на Курск, и мы находимся сейчас здесь, на направлении Суджа. Но по бумагам мы в боевуху не заведены. По бумагам мы просто охраняем Белгородскую область. Так вот, возникает вопрос, кто когда в этом всем бардаке разберется. Я был в администрации президента. Я обрисовал всю эту ситуацию там. Меня перенаправили в главную московскую прокуратуру. Я написал в письменном виде. Изложил все на бумаге. Мое заявление зафиксировали. Но результата никакого. Моя семья живет в долг. Почему? Я не понимаю, что происходит. Мы будем работать до конца. Мы работали, работаем и будем работать. Будем защищать покой ваших семей. Ну а кто позаботится о наших семьях? Почему наши семьи брошены? Как им жить? Как выжить на это все? Я хочу, чтобы разобрались во всех этих вопросах и получить хоть какой-то ответ. Нам не нужны обещания, мы разберемся, нам нужны результаты. Мы работаем, и у нас есть результаты. А где ваши результаты?